Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, давайте заберем своих ребят с тренировок. Хорош, как говорится, да, тренироваться. Хотя вот эту мы отправим дальше тренироваться. Нечего им прохлаждаться. Вот так вот. Замечательно. Так, ребят, ежедневное испытание я прошел уже. Это было у нас с тыквой. Как говорится, ивент. Там были карточки на нее. Тыквоголового. Так что сегодня мы туда не идем. Давайте зайдем в магазин. Так, ничего бесплатного. Как всегда, нам не дают, жаль. Ну-ка, что у нас по армии? Смотрите, у нас звезда есть. Ух ты, ух ты. Ёпарасоте, ребят, неужели... Да, у нас баллиста получает четвертую звезду. Как он будет выглядеть-то? Нормуль. Стрельба из лука. Шанс заморозить движение врага со стрелой. Вот так-то, ребята. Слушайте, ну вы представляете, да? Теперь он вообще будет задавать такого жару. Но это еще не все. У нас еще кто-то здесь. А, ну это база. База «Пчелиный пилон» получает третью звезду. Ладно, не, конечно, не особо я хотел, но лишним это не будет. Замечательно. Ну что же, а мы с вами идем на основной сюжетный эпизод. Поехали, ребята. И у нас, так... А что, мы только... Я уж думал, только начали играть. Нет, ребята, нам осталось пройти вот эту вот карту, и мы полетим с вами в следующий портал. А вот пройдем мы это или нет, будет сегодня все видно. Ага, вы помните, да, почему я здесь проигрывал? Вот из-за этого ханорика. Значит, нам надо, скорее всего, вот этих ребят брать. Почему-то мне кажется, что именно их нужно брать. Погоди-ка секунду. Ага, у нас здесь прыгун. У нас здесь всадник. Этот-то у нас довольно крепкий малый. Его так просто не пробьешь. Слушайте, а кого же нам здесь взять? Слушайте, давайте вначале попробуем. Или вот этих взять лучше, а? Я даже не знаю. Давайте возьмем этих и посмотрим. Это все-таки наша основная как бы пачка. Убер крутая, я думаю, что мы с ними должны здесь справиться. Я знаю, что он сейчас будет выпускать своего этого хищница. Как пить дать будет его выпускать. Вот он уже идет, мы ждем, ждем, ребята. Выпускаем. Есть! Все-таки мой, как говорится, молотильщик круче, чем вон и там какой-то вонючий хищнец. Давай, 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 мы сейчас пропишем. Вот так вот. Идет, как говорится, ребята, у нас дело наше бравое. Так, погоди, 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 погоди. Фу, мы успели, по-моему, успели, ребята. Он не успел нанести урон моей базе. Сейчас посмотрим. Он, правда, прыгнул. Фух, отлично, ребята, все повезло. Так, а вот здесь уже будет похуже, немножко похуже, потому что здесь появляется вот этот вот капризный маленький пришелец. Ой, кто у нас? У нас только ниндзя может с ним справиться. Но... Вы сами понимаете, что он не так сразу будет падать-то, в принципе, да? Ладно, мы сделаем с вами так. Выпускаем для начала голема. Ай, забыл, 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 забыл. Похитит? Похитит, ребята. Похитил гад моего голема. А мы вот так тогда сделаем. Вместо голема выпустим летучую мышь. И пускай полетит еще. Сразу же мы его подобьем. Но, блин, да что ж ты будешь делать? Похищает, похищает, а? Нет, вот это вот нам не нужно. Ребят, я хотел фаербол, а он полетел и пробил почему-то, к сожалению. О-оу. О-оу, тихо, тихо, не надо тут. Ядрен батон. Что тут происходит? Я даже не знаю, как быть-то. Давай попробуем еще ниндзю взять. Смотрите, довольно крепкий. Этот медленный. Но наносит урон-то он колоссальный. Да ну, хорош! Ты что делаешь-то, эй? Твою дивизию, ты посмотри, этот из-под тяжка взял в базу мою, бомбанул. Вот так, вот вам и пришелец. Вот вам и лошпен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас похитит и ниндзю, да? Ну, конечно же. Слушай, да он достал вот этот вот чепушило. Ты посмотри на него. Он очень крепкий. Так, короче, здесь мне надо, кажется... Ты достал уже похищать мне.
Даже я уже и не знаю, что делать, ребят. Я не могу пробить, но они слишком сильные. Слишком просто сильные для меня. Вот это мы начали с вами очень замечательно. Ладно, проигрываем. Тут бесполезно, ребят, бороться. Не могу пробить, и все, хоть ты тресни. Так, сейчас, сейчас подумаем хорошенечко, что мы можем здесь с вами сделать. Начали играть, и сразу же практически фейл. Офигеть. Так, хорошо, это у нас пачка не особо рулит здесь. Это, по идее, тоже, наверное, не айс зайдет, а вот это вот... Хм, юниты-то дорогие, ё-моё, а. Не хотелось бы на них просто так тратиться. Всадник на журавле. Так, давайте, ребята, разберем ее получше. Можно отсюда убрать рыцаря, предположим, мы его уберем. Кого нам здесь лучше поставить? Я вот думаю, что здесь неплохо зашел бы зомби. А почему? Потому что если он будет там взрываться возле него, он будет травить ее. Причем он наносит довольно хороший урон. Так, это предположим. Возьмем также и уберем с вами прыгуна. Вместо прыгуна кого можно взять? Вместо прыгуна можно взять некро. Вот так вот я хочу попробовать, ребят. Не знаю, что у меня из этого получится. Но думаю, что должно зайти. Единственное, что, знаете, мы с вами, например, будем вызывать каких-то юнитов, и этот пришелец будет у нас их похищать. Но зато... А, журавля же тоже могут подбить. Ладно, попробуем все-таки. Надо пробовать. Вот всю, как говорится, кашу портит этот мелкий пришелец, который похищает юнитов у нас. Ладно. Пойдем, будем начинать бомбить. Ну что, в первую очередь он его выпустит, да? Или нет? Где твой летун? Вот он, летун, ребята. Он пролетает. Нам надо будет, наверное, вызвать всадника на журавле. Потому что если этот летун полетит, мы его сможем, наверное, разбить. Попытаться, по крайней мере. Ну и где? Чего никого не выпускать? Во! Оу! Не успели. К сожалению. Ну, слушайте, не особо-то сильный урон мы наносим, к сожалению, ребята. Вот что я вам могу сказать. Да ты достал уже похищать-то, эй. Так, как-то не задалось, блин. Ты посмотри, этот прикрывает. Ой-ой-ой-ой-ой. С удара сносит, ты представляешь, он сносит с удара. Что-то здесь тоже не катит. Что-то не получается, хоть ты тресни. Как же нам быть? Ты с удара просто берет, стреляет, и все, и нехра падает. Нет, ребята, как-то... Нет, мы завалили, конечно, базу, но согласитесь, это не то, что мне нужно. Совсем не то. Слушайте, как же быть? Как же быть? Нам нужно что-то такое, чтобы наносило очень хороший дамаг и в то же время убивала вот этого вот пакостника. Что же нам здесь можно придумать? Зомби здесь не катит вообще. Мы в этом убедились. И вот я сижу и думаю, что же нам с вами такого предпринять? Какую бы нам сделать такую хорошую команду, которая именно бы с этой пачкой справлялась? Есть? У меня нет. У меня пришельца нет. Точнее, он есть, но он слабенький. Можно было бы, конечно, его тоже... Ну что, ребят, я не знаю. Давайте попробуем, может быть, вот так вот возьмем лучника, возьмем всадника на журавле. Воин-маг. Вот прыгуна, не знаю, стоит. Может быть, место... Во, кстати, да. Подожди, а почему я не могу взять тыкву? Блин! Я его отправил на обучение. Ёлки ты палки. А забрать его могу? Могу, если потрачу. Нет, не прокатит. Кстати, ребят, вы заметили, что нам еще 6 гемов? И мы с вами возьмем шкатулочку. 6 гемов. Попробую насобирать их здесь. Так, хорошо. Попытаемся тогда с вами разрулить вот этой... Нет.
Так, подожди, я еще и не дособирал. Так, может быть, вместо прыгуна нам взять Банши. Да ну, Банши здесь вообще не заходит, нифига. Воблер. Кстати, воблер, почему бы и нет? У нас деньги есть, чтобы его хотя бы маленько прокачать? Ну, как вам сказать? Нету практически. Что там у него? Наниты, скрытые в лезвиях, постепенно наносят дополнительный ущерб врагу. Ладно, я попробую, ребят, но не уверен, что здесь все это зайдет. Но попытаться надо. Поехали. Офигеть, вот это мы с вами встряли. Вот это вот давненько таких тяжелых не было уровней. Потому что это танк чертов непробиваемый. Я его не могу пробить просто-напросто, и все, ребят. Вот, кстати, сейчас можно проверить, как здесь будет себя чувствовать воблер. Вот, предположим. Вот, посмотрим сейчас. Ну? Даже не успел. Оп! Хорошего против меня-то. Ты смотри, что... Ёлки-палки, я не понял, не нанесли или нанесли урон? Нет, по-моему, не нанес. Иди отсюда. Нервирует только меня. Давайте-ка всадника на журавле. Гори, гаденыш. Сейчас будем вот так, ребята, с вами пытаться как-то. Ты посмотри, он с удара просто сносит всех. Вот так вот, ребята. Не прокатит, наверное, к сожалению. А может быть, прокатит. Слушайте, ну что я могу сказать? Танк хорошо держит, короче, защиту, я имею в виду именно вот наш маг-воин. Ну, опять же это... Ну, похитит? Похищает. Да чтоб его разорвало на тысячу кусочков. Слушайте, а если мы с вами, предположим, как-нибудь успеем вызвать богиню света? Это нам хоть как-то поможет? По идее, должно. Достал он. Вот если бы не этот хмырь, надо что-то придумывать против пришельца. Ребят, это бесполезняк. Просто бесполезняк, потому что мы не можем пробить. Ой, ребятушки, я не знаю уже, что и сделать. Не прокатывает пачка ни одна, ни другая, ни третья. Может быть, ну тут все, в принципе, хорошо. Все отлично, но не хватает у нас, как бы вам сказать... Слушайте, а если я вот сюда вместо... А вместо кого? Вместо молотильщика поставлю прыгуна. Как вариант. Давайте попробуем. Вместо молотильщика мы ставим сюда прыгуна. Вот так вот мы это сделаем. И попробуем вот так вот зарулить. Ну иначе просто все, ребята. Это хана-мандрыга, мы не можем пройти все. Попытка номер 3. Поехали. Главное этого летуна уничтожать. У нас здесь как раз и башня с фаерболом. Должно у нас все здесь хорошо пойти. Поехали. Так, что он там сейчас будет? Я чувствую, что он сейчас будет кого-нибудь выпускать. Вот, как я вам говорил, выпускает. Так, а мы с вами выпустим летучую мышь для начала. Потом выпустим ниндзю. И посмотрим, что это нам даст. Ну ладно, хорошо, похитил, предположим, ребята. Иди отсюда, не нервируй меня. Блин, в кого ты там стрельнул? Опять в этого пришельца? Вот это я хотел, ребята, сделать. А почему ты оглушен это, эй? Оборотень, ё-моё, что ж ты творишь? Да ну, опять что ли не повезло нам, а? Не может быть такого. Так, оборотень, перепрыгивай и прыгу этого, вали. Сможешь? Нет. Так, хорошо. Здесь вроде бы получилось. Кое-как, ребята. Так, вот этого сносим. Он нам здесь не нужен, ну его нафиг. И вот опять этот выходит стрелок. Против него нам, естественно, здесь нужен будет прыгун. Есть! Вот сейчас, ребята, срабатывает все как полагается. В принципе, на это и было рассчитано. Давай, что там? Ну, это уже для нас не проблема, ребят. Тут уже у нас хорошая армия довольно-таки собралась. Травим, как говорится, и все. Вот как надо было делать. А то, что до этого было, это просто бред.
Ох, ребятушки, даже не верится, неужели прошел? Но это еще не конец, далеко не конец. Здесь, по крайней мере, у нас нету... Здесь у нас, по крайней мере, нету летуна, да? Но здесь мне не нравится. Ладно, я оставляю вот эту, ребята, пачку, скорее всего. Молотильщика брать не будем. Потому что здесь скорость не особо нам нужна. Нам нужен здесь урон. Пришельца здесь нету. Можно вздохнуть спокойно. Но я надеюсь, что мы здесь сможем все-таки разрулить. Так. Тут хищнец, да? Да, ребят, тут хищнец у него будет. Почему-то он его не выпускает. Я выпущу летучую мышь, ребят, для затравочки. Ага, вот он как делает. Давай тогда мы сделаем... Выпустим нашего голема. Так, естественно, здесь нужен нам прыгун, чтобы вот этого сейчас... О, воу-воу-воу! Опс, пардонче, да, как говорится? Вот, оборотень побежал в ярости уничтожать этого стрелка. Давай-давай, мы уничтожили. Слушай, так здесь вообще изейше получается. Ребят, смотрите. Все-таки прыгун очень здесь хорошо помогает нам. Очень хорошо, ребят. Вам может показаться, что это ерунда, но на самом деле вот с помощью его там мы здесь и разрулили. Эй-эй-эй-эй-эй! Фух! Я уж думал, сейчас хищнец прибежит на базу и бомбанет. Замечательно. Неужели выровнялся, а? Неужели я разгадал тактику этого охламона? Так, а вот здесь уже... Ой, елки-палки, здесь пришелец. Здесь у нас... Кого тут не хватает? Тут нет хищница, но зато... Я не знаю. Будем пытаться, ребят. Будем пытаться, потому что у нас всего лишь одна энергия осталась. Если мы профукаем, то, я боюсь, мы проиграем вообще эту катку. Следующая у меня, как говорится, компашка моя здесь не, ну, не справится. Будем копить как можно быстрее на нашего деда. И будем попытаться пробомбить его. Именно за счет дедушки. Так, 500 манны я набрал. Пускай он этого говнюка выпускает. Нам он не особо сейчас нужен. И я жду деда, ребята. Я выпускаю деда и поехали. Сразу же будем... так. Пускай он тут балует пока. Если он думает, что ему все здесь позволено. Так. Похитил, да, да, похищался. Этого мы сносим. Он здесь нам не нужен. Давай, дедуля, наяривай. Тут, естественно, нам нужен прыгун, чтобы он того сзади убрать. Сейчас, я чувствую, он вызовет все-таки этого босса своего. Вот он вышел, ребята, вышел босс. Ты смотри, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну, пробили. Давай, быстрее, быстрее этого. Упса, хорошо. Хотя бы так. Заморозку. Заморозили. Так, блин, да что ж такое-то, смотри, прыгуна против нас обернул, а? Вот гад. Не-не-не-не-не-не-не-не, меня так не устраивает. Такой подход мне не нужен здесь. Давай-давай-давай-давай-давай. Ох, уничтожил, молодец, красава. Так, у меня, ребята, фаербол на изготовке. Так что я пока его тратить не буду, жду. А вот теперь... Куда ж ты, блин, бомбанул-то, а? Фаербол, я ж тебе не для этого... Ну, уничтожь этого стрелка. Ее просто время, 30 секунд, ребят, 30 секунд. Есть, забомбили. Давай-давай-давай-давай-давай, быстрее-быстрее-быстрее, валим базу. Есть, ребята. Фух. Фух. Ёпарсоте. Опупеть. Мы прошли все-таки с вами, ребят. Прошли. Мне даже не верится просто-напросто. Ну, кто здесь? Так, нам досталась жаба с молотом и база. 12 прыгунов. 12 хилботов. 12 дедушек. Ну что, ребята, готовы мы отправиться к 38-й телепорт? Я думаю, да. Поехали. И квест завершен, искатель. Давайте-ка мы с вами, наверное, заберем эти гемы. Может быть, сейчас сможем с вами открыть сундучок. Ну, посмотрим, сколько. 5. Оу, ребята, нам этого за глаза. Где сундуки, где сокровища? Вот они.
150, 160 карточек. Ну что, поехали, ребята, будем открывать. Ну, ё-моё, ну, вот это вот все мне не нужно, вот честно вам скажу. А вот богиня света, это хорошо. Богиня света, это радует меня. Так, запрос. Отлично. О, ребята, а кто у нас в армии, я что-то не понял. А, воришка получает вторую звезду. Ну, это уже приятно, ребят, это уже приятно. Хотя бы так, хотя бы вторую звезду он получил. Ну что же, мы с вами отправляемся дальше. И у нас в этой бригаде уже нет энергии, а вот здесь еще есть. Кстати, нужно вернуть все как было. Слушай-ка, а теперь вспомни, кто у нас был в этой пачке. Не вспомню, честно говорю. А кто действительно-то здесь был у нас? В этой пачке у меня был вот мечник, по-моему, был, да? Слушай, а лучник... По-моему, и лучник здесь должен быть у нас, да? По-моему, так. Ну что, ребята, давайте-ка поднимем уровень нашему лучнику. Нам нужно двигаться дальше. У нас почти 60 уровень. Почти, ребята. Ну, далеко, конечно, до него, но все-таки. Ой, поехали. И первый, кто нас встречает, это роботы. Завод роботов, ребята. Нет, только не толкатель, ребята. Ну почему именно толкатель здесь, а? Ну почему? Ой, кстати, здесь бомбер. Против бомбера-то что у нас тут? Не знаю, ребят. Что у нас тут? У нас тут против бомбера ничего и нету. Так, короткая дистанция, да? Соответственно, нам нужно... А вы не забывайте, что толкатель стоит недешево. Очень недешево. Поэтому, я думаю, мы, знаете, как с вами сделаем? Вот так вот. Всаднику он ничего сделать не сможет. Это я знаю точно. И в то же время мы, как говорится, прикроем. Сейчас бомбанет, да, базу? Ой, урон по базе нанес, ребят. Вот в чем проблема, что он своим толканием саданул по моей базе. Ладно, мы этот уровень придется переиграть, ребята. Придется. Ну, ничего страшного. Видите, просто короткая дистанция. Мне нужно было выпускать, наверное, сразу мага-воина. Вот тогда бы он, наверное, справился бы. А я, видите, начал выпускать всадника на журавле. Ладно, если он думает, что это ему как-то поможет, то он сомневается. Здесь. Здесь кого? Здесь никого, ребята. Поехали, будем пытаться еще раз. Первым выпускаем, значит, воина-мага. Воин-маг стоит 225 манны. Толкатель у него стоит не дешевле, поверьте мне. Ну, поехали. Так, и уже сразу будем прикрывать тогда. Ого! Слушай, родной, а ты не припухли так толкать-то? Эх, вот это другой разговор. Вот это я понимаю. Разруливаем ситуацию. Все, теперь хана, ребята. Просто хана. Да иди ты отсюда. Разобрали вообще, даже не поморщились. Да, он толкать толкает, но как танк из него не особо хороший получается. Разбирается довольно легко. Ну что же, второй этап у нас, ребята. Второй этап, и здесь добавляется боксер. Боксеришка. А слушайте, а мы можем с вами попробовать вот этой пачулей поиграть маленько. Я не знаю, получится у нас здесь разрулить или нет. Но сейчас попытаемся. Колода, еще раз говорю, не дешевая. Будем как-то с вами стараться. Нам главное дожить до баллисты. Баллиста у нас получил сегодня, как вы помните, четвертую звезду. Ох, и думаю, он будет наяривать. Ох, наяривать он будет. Ну, Палыч пошел. Не пробил, к сожалению. Ладно, вызываем сейчас, ребят, баллисту. Вот так вот. Вот баллиста сейчас у нас должен тут... Ну, о чем я вам и говорил. Вы посмотрите просто, как он бомбит шикарно. В данный момент эта база моя бомбила. Но, тем не менее. Тыдыч! Ничего здесь тебе не поможет. Ничегошеньки. Ой, баллиста просто красава. Смотрите, карточки просто одна за другой выпадает нам. Хе-хе. Классно.
Слушайте, может быть, мы этой пачкой пройдем этот этап, а? Хотелось бы. Ага, вот здесь у нас появляется, ребят, молотильщик. И знаете, в чем проблема сразу же возникает у меня? Это же дешевый юнит, причем он его сразу может выпустить. И я сомневаюсь, что тот же самый самурай может ему противостоять. Хм. Ну, я не знаю даже. Попробуем, давайте вот. Хотя здесь у нас последнее. Ладно, все, я попробую здесь сыграть на самурае. Если не получится, то придется ту брать пачку, ребята. Поехали. Если он его сейчас только выпустит, а он его выпускает уже. Вот об этом я и говорил. Это плохо, ребята. Нет, мы все-таки должны победить здесь. Да, мы победили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хорош. Давай, Палыч. Сразу с удара его накрой. Отлично, молодец. Слушай, ты не припух ли тут одного за другим-то вызывать, эй? Так. Куда ты вышел? Куда ты вышел, спрашивается? Все, ребят, я вызвал баллисту. Он сейчас будет, как говорится, здесь разруливать эту ситуацию. Без компромиссов. Бородавщик, давай с разбега. О, и красота-то вообще какая. Ребят, смотрите, опс. Дудуш. Я вам могу сказать сразу, здесь победа за нами. Он упустил свой шанс на победу, ребята, упустил. Но не забываем, если бы он молотильщика кто-нибудь из нас подбил бы, и он упал бы, и у него вылетела бы пила, то, боюсь, наша баллиста там бы и распластался. Ладно, оставляем все как есть. Никого с вами не будем менять, добавлять. Вроде бы колода себя здесь достойно показывает. Так, сейчас будем с вами выпускать, естественно, паладина. Ой-ой-ой-ой, вышел. Так, еще этот боксер. Боксер у нас, по-моему, оглушает, если я чего-то не путаю там. Теперь бы нам с вами на баллисту накопить. Давай-давай, баллиста, выходи. Ну, как долго он и дорого стоит, а, ребят? Есть, пошло, пошло, как говорится, пошел процесс. Поможем. О, разнесли его там в щепки. Давай еще одного паладина вызовем, и все. Это когда два паладина идут рядышком, это, считай, бессмертная уже команда. По крайней мере, против вот этих отрядов, которые на нас сейчас тут выделываются. Тыдыч. Так. Слушай, вот этот толкунчик-то разруливает тоже неплохо. Ты посмотри, что он там делает. Пляшет, а? Доплясался. Тыдыч. Вот так вот, одного за другим. Только карточки летят. Ну все, здесь могу сказать вам тоже со 100% гарантией мы прошли этот уровень. Изи катка, елки-палки. А мне нравится. Ну что же, последний у нас этап. Кто тут у нас? Ага, вот здесь босс, робот. Против, конечно, короля-то он силен будет. Очень силен. Ну, мы будем смотреть, что у нас получится. Его звать, знаете, как Термин 9000. Вот этого босса, которого он вызывать сегодня будет. Термин 9000. Легкое название со вкусом. Почти как Терминатор. Отсылочка туда идет. Ну, неужели? Ой, тихо. Не надо выделываться. Блин, он мне, ребята, опять не дает. А нет, дал. Дал накопить. И больше тоже никого не вызывает. Нет, вызывает. Вызывает, ребята. Так. Ой, это вообще замечательно сейчас было сработано. Почти всех поуничтожали. И я вызываю короля. Король, конечно, против термина будет силен. Но, ой, толкатель. Смотри, вот это мне больше всего нравится, когда мы станем врага. Так, робот, иди. Воу, термин вышел. Ребята, вышел термин. Но практически, смотрите, как мы у него здоровье сносим королем. Ты, ой, промазали. Все. Чего и требовалось доказать. Я же говорил, король рулит против термина. У него такой удар наотмашь, что будь здоров. Ух. Прошли пачкой этот этап. Об этом я даже и мечтать не мог, ребята. 7 гемов. 9 роботов атомного. И 9 бомбера получили мы. И мы переходим с вами на территорию людей.
И нас встречает, как всегда, Грифон и Паладин. Причем сразу же встречают. Так, Грифон и Паладин. Карты дорогие, поэтому, я думаю, мы с вами вот эту пачку будем брать. У нас, кстати, очень мало энергии, ребята, осталось. Ну, потому что вы видели, да, фейл за фейлом вначале было. Из-за какого-то маленького пришельца мы с вами так круто встревали, а? Ну, я думаю, что мы эту сейчас ситуацию с вами быстренько исправим. Так, ну что, для начала мы, наверное, будем вызывать с вами паладина. Вызовем паладина и будем его прикрывать уже баллистой. Я думаю, что баллиста должен тут довольно хорошо нам помогать. Ну давай, баллиста, ну пожалуйста, выходи. Есть, вот так. Сейчас то, что он вызывать будет грифона. Вот о чем я вам говорил. Так. А если мы еще вот так вот сделаем, вообще будет красота. Да. Смерть грифона была напрасна. Он даже никого не подбил, падая. Уф, шикарно. Баллиста просто шикарно бомбит. Во-первых, издалека, причем довольно неплохой урон наносит. Да? И мы здесь с вами победили. Ну что же, поехали дальше. Второй этапчик у нас открывается. Энергии здесь, к сожалению, не осталось. У нас осталась вот здесь энергия и здесь. То есть два боя мы еще с вами здесь можем делать. И я думаю, что как раз пора. Пора, ребята, потому что вот эта пачка должна тут таких сейчас звездюлей им надавать. У нас тут и мышь летучая, чумная. А, у него хил. Ладно, хорошо. Скажем, шансы равны. Ну просто где я действительно знаю, что я могу пройти, я как-то себя более свободно и уверен чувствую, чем когда против той пачки, где действительно проблемная она. Так, зачем я мышь выпустил? Тут же паладин у него. А паладин, вы знаете... Ага, ты посмотри. На равных, ребят, сыграли, на равных. Ничего не могу сказать. То есть грифон и летучая мышь одинаково зарулили. Упс, чтоб не хиляла. Она все равно будет хилять, да? Вот она. Маразматка-то. Так, грифон, ты здесь нам не нужен, вот честно скажу. Шел бы ты отсюда. По добру, по здорову. Да-да, конечно, захотел он тут побуянить. Чем мне нравится еще чумная мышь, ребята, она выпускает ядовитое облако. Если в нем стоит враг, он, соответственно, тратит свое здоровье. Есть. Отлично. Ну что же, у нас с вами еще осталось немножко энергии, буквально на один, ребята, бой. Да, это вот этой вот пачкой. Ну что же, поехали, как говорится, в бой. Так, давай-ка. Слушай, я не буду, наверное, вызывать сейчас мечника. Ну. Во. Так, хорошо. Так, вызовем лучника на всякий случай. Ой-ой-ой-ой, здесь плохо. Угу. Давай. А, вот так вот. Нормуль. Ну, давай, по базе, ребятушки. Колоссальный урон. Почему ты не можешь поджечь базу у него, а? Блин, опять этот паладин вышел. Упс. Ха-ха, загорелся, все. Ну что же, разнесли мы ему базу, ребята. И у нас закончилась вся энергия. Но согласитесь, сегодня мы очень хорошо с вами повоевали. У нас еще впереди, ух. Ёлки-палки. Куча целая, ребята, боев. Но это уже, естественно, будет в следующем выпуске. Ну что же, а на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, видосиков.